Структура мира должна развиваться очень интенсивно в рамках развития вашего собственного сознания. И когда ваш мир объединится со всеми мирами, вы увидите, что вы настолько же радостны в душе своей, настолько разобразен мир, воспринимая каждую частицу мира как всеобщую радость, вы увидите, что радость вечна, так же, как и вечно благоденствие. В этом статусе общей радости вы поднимете руки вверх и увидите посев Божьей благодати, который вас призывает к вечности. Увидьте вечность в том месте, где она есть. Увидьте вечность там, где ее нету. Увидите вечность там, где она была всегда, и вы будете создателем вечности, там, где ее нет, с точки зрения другого. Когда вы будете видеть вечность и будете ее создавать, вы будете вечным всегда, во всем, в любом вечности и в любом мире. Вы являетесь Творцом по образу и подобию, и вечность творит вас по образу и подобию. Сотворяя вечности, вы сотворите самого себя. Сотворяя самого себя, вы творите вечное, так же, как вечность может творить другую вечность, и так же, как Создатель создал всех одновременно. Агнозия 5-9-9-8-0-6-7-1-9-3-1-9. Состояние, при котором мозг не может расшифровать информацию, поступающую от нормально функционирующих рецептов. Агнозия социальная 5-9-8-4-2-8-3-1-7-4-8-9. Отношение человека к собственной жизни, при котором он не воспринимает позитивные стороны жизни и не способен организировать свою деятельность так, чтобы она принесла удовлетворение. Видео создано по методике Григория Гробового. Сегодня.